1 сентября дети пойдут в школу. Первоклашки, учащиеся 9 и 11 классов, встретят учебный год на праздничных линейках. Остальные примут участие в празднике по распоряжению школ. Начало первой четверти школьники проведут за партами на очном обучении. Об этом рассказала заместитель министра образования региона Ирина Горностаева. По ее словам, дистанционной учебы в сентябре не планируют. Дети будут учиться в две смены, начинающиеся не ранее 8 часов утра. Для каждого класса выделят отдельную аудиторию с индивидуальным временем посещения. Такие предметы, как физкультура, изобразительное искусство и внеурочные занятия будут проводить на свежем воздухе. Учебный процесс будет организован по специально разработанному расписанию уроков, которое будет доведено до сведения учащихся и их родителей 28 августа. Оно будет вывешено в каждой общеобразовательной школе. Мы рекомендовали педагогам сейчас продумать возможность перевода части учебных предметов. Это физкультура, это ИЗО, окружающий мир, это внеурочная деятельность. Проводить эти уроки на свежем воздухе при учете температурного режима. Категорически запрещена организация деятельности образовательного учреждения в три смены. В школах введут медицинский пропускной контроль, проверка температуры и обеззараживание рук. Ученикам не требуется ходить в защитных масках. Дети, которые приедут из отпуска с других регионов страны, прежде чем попасть в школу, обязаны 14 дней провести на самоизоляции или по желанию принести справку от врача об отрицательном анализе на COVID-19. В обязательной форме предоставлять результат с анализом на COVID необходимо только в случае, если ребенок им переболел.